Торжественное открытие состоялось накануне. На нем присутствовали первые лица города. И почетное право прокатиться первым по новой трассе досталось маленькому оренбуржцу Ярославу. Больше 2 километров трассы полностью осветили. Теперь там можно кататься даже поздним вечером. Фонари включаются в 17 часов. Более того, территория лыжной трассы облагорожена. Установлены туалеты, скамейки, столики. Так что гора Качкарка сможет стать хорошим местом для проведения семейного отдыха. Посмотрите, какие сосны стоят. Просто сама природа, она говорит о том, что, ребят, приходите, не сидите дома, занимайтесь спортом. И тогда будете здоровыми и совершите самые хорошие трудовые подвиги. В первый же день на трассу приехали спортсмены из всего Оренбургского района. Маленькие лыжники вынесли свой вердикт новой трассе. Мне кажется, что трасса нормальная. Она, если упадешь, то снег мягкий. Коньком и классикой хорошо ездишь. По словам специалистов, трассу можно условно разделить на 2 части. Первая ровная и больше подходит для семейного отдыха и начинающих лыжников. Для профессионалов комфортнее будет второй участок. Значительные перепады высот и возможность показать свой уровень мастерства. Несколько лет велась работа по благоустройству горы Качкарка. И на сегодня уже более 4 километров освещенной трассы доступны для оренбуржцев. Алина Любукаева, новости дня.